Обычная, обычная. У тебя даже суперсилы нету. Говори так. Лузерша, отстаньте от меня. Смотри, она нам идеально подходит. Нати, лузерша. Он вампир? Нет, я хочу русалку. Лузерша. Нет, нам нужен вампир. Ну почему сразу вампир? Я хочу русалку. Вампир. Нет, русалку. Вампир. Ну все, вы меня достали. Тишина. А это не мы? А это она. Меня это не волнует. Почему вы еще не собраны? Вас ждут ваши родители. Мама, мама. Дочка. Папа. Сынок. А как же я? Извините, а у вас нет еще ребенка? Ну вот и отлично. Вот твои новые родители. У меня тоже есть родители. Извините, а у вас нет русалки? Или вампира? А? Нет, это последний ребенок. Я хотела бы удочерить эту малышку. Поздно. Мы ее уже удочерили. Может быть, у вас есть еще один ребенок? Я готова заплатить любые деньги. Нет, это был последний ребенок. Ничего страшного, эта малышка все равно будет моей. Стойте, отпустите меня! Она не идет за нами. А кто? А? Мисс Мэй. А нет. А, ну все, пока. Что? Стой, ты куда? Амелия? Эй, что вы делаете? Ты что делаешь? Ты не ушиблась? Ах да, спасибо, что забрали, но вы мне не нужны. Как? Мы же теперь твои родители. Вы родители? Да вы вообще себя видели? Дети явно не для вас. Пока. Амелия! Не надо, пусть идет. Найдем себе другую. Но я хочу ее! Ты что, русалка? А чего это ты вернулась? Мы же тебе не нужны. Так обычные родители никому не нужны. А тут мама русалка. А я? Вообще-то вампир. Ну таким никого не удивишь. А вот русалка это круто. Да? А я могу бегать на сверхскорости. А у нее хвост. Понял? А еще я умею управлять водой. Ага. А я могу кусать людей. Да успокойся ты, не расстраивайся. Просто русалки круче вампиров. Ладно, все, пойдемте домой. Ура, я буду жить у русалки. И у вампира. Я вас ненавижу, я вас уничтожу. Амелия забыла свой рюкзак. Давайте я ей передам. Только подскажите адрес. Вот, возьмите. Мы дома. Вау. А ты живешь в аквариуме? Нет, конечно. А я не живу в гробу. Если это кому-то интересно. Милый? Откуда эта грязь? Так, тебе нужно срочно отмыть. А ты не пойдешь? А зачем я вам? Я же не крутой. Ну, вампиры тоже прикольные. У них крутые клыки. Да, правда классные. Ладно, все, идем. Приведем нашу дочку в порядок. Ты чего? Кто здесь? Это ты. А что с тобой? Да так, один вампир и русалка. А где девочка? Они ее забрали. Мы останемся бедными. Да, с девочкой было бы проще ограбить банк. Но у меня идея. Да не время рисовать. Нужно понять, как ограбить банк. Я все придумала. И грабить банк нам не придется. Смотри, мы похищаем малышку. И тогда вампир и русалка платят нам выкуп. Сейчас ты будешь самой чистой вампиршей. Отдай. Ты слишком сильно трешь. И вообще, может, она хочет быть русалочкой. Нормально я тру. И вообще, вампиром быть лучше, чем русалкой. Чего это русалка? Пап, вы чего? Она будет вампиршей, точка. Я еще не договорила. А ну, стой.
Она будет вампиром. Да почему вампиром? И вообще, это моя идея была взять ее. Вампир намного практичнее. И в чем твоя практичность? Я быстро и умею летать. С помощью магии и воды. Мам, пап, не ругайтесь, вы мне оба нравитесь. Не лезь. Она будет русалкой. Ах так? Вампиром. Русалкой. Я ей первая понравилась. А может, лучше она сама решит? Выбирай. А где Амелия? Она уже была тут. Амелия! Амелия! О, Амелия! Выходи! О, как же надоела эта Люси! Вечно она ничего не делает! Ну и как же мне найти эту девчонку? А, как же мне повезло-то! Девочка, ты чего плачешь? Где твои родители? Они ругаются. Мама хочет, чтобы я была русалкой, а папа вампиром. А вы кто? Я буду кричать. А, тише, тише. Я тебе помогу. Я могу сделать тебя русалкой-вампиром. И тогда твои родители никогда не будут ссориться. Вау, ты что, волшебница? Ну, что-то типа. А теперь пойдем, сама все увидишь. Ура! Люси, мы дома? И ты тут живешь? Приветики, а вот и я. И что, за это нам заплатят? Ты что, меня похитила? А ну отпусти меня! Нет, ты мне обещала превратить меня в русалку-вампира. Кто она? И как же ты обещала это сделать? Не твое дело. А ты, малявка, на, рисуй. Будешь дергаться, свяжу тебя, поняла? Ладно. А, ну все, сейчас нам дадут деньги, и мы будем очень богаты. Ты же отдала записку. Какую записку? Вот эту. Больше похоже на детскую мазню. Амелия! Вы же сами сказали нарисовать. Смешно тебе? Быстро отдай эту записку богачам, или мы никогда не увидим свои деньги. Ну почему опять я? В канализации ее нет. Ну не могла же она просто так пропасть. Это, наверное, Амелия. Что это? Это Амелия? $1 000 000 за Амелию. Милый! Не время спать. Наша дочь в опасности. Тут всего 500 000. Нам не хватает. Надо подумать. Придумала. Вот. Да, мы это сделали. Стой, но нас же так посадят в тюрьму. Прав. Что нам тогда делать? Я придумал, мы ее украдем. Ты забыл? Ее уже похитили. Доверься мне. Вроде бы тут. Пошли за ней. Люси, Люси, мы миллионерши. Ее нет, она вышла перекусить. Ну и ладно, мне так больше достанется. А ну стоять, верни нашу дочь. Ты что, серьезно? Да забирайте, она мне больше не нужна. Зато я теперь богатая. Мам, пап, простите. Она просто пообещала сделать из меня русалку-вампира. Я не хотела, чтобы вы ссорились. Мы тебя и так любим. Вы что, меня обмануть решили? Здесь не вся сумма. Но это все, что у нас есть. Да. Ну вот когда найдете еще, тогда и получите свою дочь обратно. Ах так? Ай! Держи ее. Ай! Получай! Никто не смеет угрожать моей дочери. С тобой все в порядке? Да, я вас так люблю. И мы тебя. Так, все, пойдемте домой. Ага. Мама, пап, ну раз мы все вместе собрались, я хотела сказать, что уезжаю. Что? Куда? Что? Я всю жизнь мечтала поступить в эту школу, и меня взяли. Но... Ты же можешь жить вместе с нами дома. Просто школа находится в другом штате. Я могу тебя на сверхскорости подкидывать каждое утро. Не волнуйтесь, я буду к вам приезжать на каждые выходные и каникулы тоже. Раз такое дело, у меня тоже есть новость. Вот, я беременна. У нас будет второй ребенок. Ну вот и все, я вам больше не нужна. Это еще почему? Потому что у вас будет ребенок, русалка или вампир. А я обычная. Запомни. Ты необычная, ты самая лучшая.
Ну все, давай, покажи им там всем. Ура! Не могу поверить, что у нас будет малыш. Да, но я слишком много плакала, поэтому мне нужно принять ванну. Пойти с тобой? Нет. Ты принес? Я же обещал. Я тебя так люблю. Мистер Лэй, извините, но... Не сейчас. Это срочно. Что тебе? Ваши родители. Мои кто? Что делать? Что делать? Что-то не так? Срочно прячься! Тебя не должны найти мои родители! Почему? Эй! Фу, вроде ничего. Да что происходит? Я не говорил, что ты... А где же наши молодые? Куда ты прячешь от нас свою невесту? Ну, понимаете, я... Я здесь! Хвост! Ну да, я русалка. Она русалка! А как считаешь, с ними все будет хорошо? Надеюсь. Это был сон? К сожалению, нет. Что ты наделал? Вы не понимаете, она... Беременная! Что? Какой милый! Ты чего встал? Неси подарки. Но как же... Ты еще здесь? 200 лет — это такой малыш. Так, сейчас посмотрим. Так, кто тут у нас? Ух ты! А кто это у нас-то такой маленький? Дай мне попробовать. Подожди. Да дай мне попробовать, дай. Мам, может, хватит? Не мешай смотреть на внука. Внучку! Внука! Внучку! Внука! Внучку! Внука! Эшли, с тобой все в порядке? Внука. Жарко! Он плачет! Хочется пить! Я мигом! Срочно воды! Обычной! Странно, это же тоже жидкость! Вот! Мало! Нужно больше воды! Пусто! Пусто! Мы сейчас! Я с вами! Это мне надо! Нет, нужно еще. Есть идея. Как хорошо. Эшли, а это тебе. Приятного аппетита. Малышу нужно больше питаться. Да. Это новый повар. Она будет готовить нам. Нет. Это твой завтрак. Она не кусает людей. Ну ладно, нам больше достанется. Подумай о малыше. Ладно. Я не понимаю, что не так? Она русалка. Но? Но? Русалки не едят рыб. Дошло. Эшли, что ты хочешь? Я хочу вот это. Я знаю, что делать. Семья, за мной. А ты, пожалуйста, освободи ее. Ладно. Ну что, устроим вечеринку? Да. Мы на месте. Берем и уходим. Да, только есть одна проблема. Я разберусь. О, отлично. А не подскажете, где здесь библиотека? Это Бан, вам... А? Что? Тревожь! Чего стоишь, хватай? Ага. Ой, огонечки! Это сирена! Бежим! Ладно, я за тобой вернусь. А вот и мы. А это тебе. Ага.
вы самые лучшие. А как же жемчужина? Так это несъедобное. Главное, водоросли. Зачем мы тут? Мы же и так все знаем. Мы можем выиграть вот это. Милая, я могу тебе это купить. Но выиграть гораздо интереснее. Тем более, кто нас может победить? Мы команда, мы победим! Ой, посмотри, кто здесь? Привет! Вам тут ловить нечего. Вам конец. Какие-то они странные. А мы, по-твоему, нормальные? Ну да. Ну что, начнем? Команды готовы? Удачи вам! Нет, мы вас порвем. Да. Они точно люди? Начали! Взяли. Салфетка. Ага. Присыпка. Ага. Подгузник. Ага. Время. Обалдеть. Мы проиграли. Еще нет. Сейчас. А как это снимается? Вот так. Где салфетки? Упс. Я их уничтожу. Родная, ты же русалочка. Пользуйся этим. Сделай что-нибудь. Салфеточку. Ну все, вам конец. Вы думали, мы не знаем, кто вы? Валите отсюда. Они точно сумасшедшие. Я случайно. Все, вот так. Все. А теперь самое сложное. Памперс. Сюда. 3, 2, 1, стоп. Готовы. Но если не смотреть, то неплохо. Вы молодцы. Losers. Вот и все, они победили. А вот и нет. Ну, тут все очевидно. Прошу победителей на сцену. А где ведущий? У нас есть кое-что получше. Кажется, мне пора менять памперс. Мне тоже. Бежим! Получается, награда наша? Не знаю. Давай спросим у ведущего. Наша? Да. Ура! Началось! Я общий сбор. Уже бегу. Кажется, началось. Воды! Воды! Секунду. Ага. У нас нет воды. О, зато у нас есть много крови. Но она не пьет кровь. Хотя... Милая, у нас есть только один способ тебе помочь. Да я уже на все согласна. Быстрее. Ну ты как? Пить. Она пьет. Это так прекрасно. Я не понимаю, почему я раньше не стала вампиршей. Это так круто. А теперь в больницу. А у вас тоже двойня? Да. Пропустите, нам срочно! Всем срочно! Я разберусь. Наша девочка! Проход свободен, идемте. Вы по записи? Вопросы? Охрана? Не советую вам этого делать. Просто помогите и будете жить. Понял. Пойдемте. Не терпится увидеть будущее этого малыша. Да, согласен. Ну так давай посмотрим. Можно с тобой сфоткаться? Я тоже хочу. Дай автограф. И мне. Ребят, я со всеми сфотографируюсь. А это еще что? Вау, круто. Наконец-то я буду учиться в вампирской школе. Не знала, что в школу принимают бедных. Фас. О, так-то лучше. Блестяще. Запишите это в топ лучших моих появлений. Какой неровный пол. О, ой, ау. У нас что, на одну бедную стало больше? Эй, вы же мои фанаты. Ну ты не расстраивайся. Кстати, ты уронила. Всем привет. Никого нет. Интересно, почему здесь так мало парт?
больше не лезь вперед меня. Так-так-так. И кто это у нас сидит не на своем месте? Тут ничего не написано. Посмотри на количество золота. Брысь! Это место тоже занято, беднячка. Кем? А ты не видишь, сколько тут золота? Точнее, его отсутствие. Что смешного? Вали отсюда! Упс! Добро пожаловать в вампирскую школу. Начнем урок. Вау! Вот с тебя и начнем, новенькая. Она же не выглядит как новенькая. Скорее, как страшила. Следующая будешь ты. Позор. Отойди, неудачница. Сейчас покажу класс. Отлично. Отойди, я покажу, как надо. Ой. Мелисса, прекрасно. Кажется, вам нужен новый подопытный. Я оплачу. Мисс Кэндис, можно мне хотя бы еще один шанс? Хорошо. А что с вами произошло? Ой, извините. Неожиданно. Все так вкусно и так дорого. Что-нибудь желаете? А нет, у меня с собой. Как же хочется есть. Выглядит аппетитно. Кажется, я что-то забыла. А, мои манеры. Теперь можно наслаждаться. Опять наслаждаешься своей бедностью? Зато недорого и натурально. Какой неудобный стул. Все равно неудобно. Официант! Официант! Я занят. Вообще-то у вас тут богатая клиентка. Но не богаче той девушки. Чего желаете, мисс? Я устала есть. Могу убрать. Не знаю почему. Хочу отдать еду бедным. Мне от тебя ничего не надо. Тогда... Будет сделано. Прошу. Это вам от того столика. Спасибо, очень вкусно. Приятного аппетита и до встречи на уроке. Извините за опоздание. Никого нет. Алло, вообще-то я здесь. Грубые и вредные не в счет. Ах да, как же я забыла. Присаживайтесь, мисс Лиззи. Фу! Это тебе за хамство. Две беднячки уже подружились? Я не бедная. А это на тебе прошлогодняя коллекция? Точно бедная. Что ты сказала? Тишина! Сегодня у нас тест. Передавайте. Тест? Какой легкий тест. Еще пара минут, и можно будет отдыхать. Так, где же взять ответы? Ладно. Мисс Эшли, вы что, списываете? Нет. Отдавайте все, что у вас есть. Я сказал все, что у вас есть. Так-то.
Совсем все плохо? Ха, учись как надо. Вау. Дай списать. Ого, как... А мы все? Я тоже. Мелисса. А? Лиззи. А? Эшли. Эф. Ну, Лиззи, держись. Спасибо тебе, Мелисса. Ну все, теперь у меня два врага, и я буду мстить. Спасибо тебе за мороженое. Оно такое вкусное. Это тебе спасибо. Тысячу лет не ела мороженое. А, и спасибо, что спасла меня от этой Эшли. Вот и попались. Сейчас я разделю эту сладкую парочку. Как дела, беднячка? А? А, это я не тебе. Скоро будет лучше. Так. Где-то здесь было смертельное оружие. Как же хочется. Ну ничего. Сначала месть, потом сладость. Слушай, а может тебе обновить гардероб? Зачем? Мне и так нравится. Я так уже 100 лет одеваюсь. Ах, глупая. Нужно быть в тренде. Да начнется веселье. Наверное, показалось. Что за запах? Фу! Это что, чеснок? Срочно выбрось! Помогите! Я вся горю! Кажется, она попробовала свое же блюдо. Справедливость торжествует. Эшли, кажется, ты забыла закрыть свой шкафчик. Кажется, ей больно. Не надо! Я больше так не буду! Ты сама себя наказала. Ну, я на всякий случай сфоткаю. Это на память. Ладно. Спасибо, что помогли. Ну и извините за пранк. Ну ладно, и давайте я угощу вас мороженым. Мелисса, спасибо за приглашение. Я никогда не была на вечеринке. Как настроение? Супер! Отлично! Класс! Мелисса, а можно ее съесть? Нет, это самая лучшая прислуга в мире. Так, что тут интересного? И почему все пришли на вечеринку к этой Мелиссе? Здесь же ничего интересного. И что ты тут забыла? А, пришла посмотреть на неудачников. У нас тут только лучшее. А неудачница ты. Да? А что тут тогда делает эта беднячка? Вообще-то меня пригласили. Ха? Лузерша на вечеринке у лузеров. Никто не смеет обижать моих гостей. Фас! Вы еще пожалеете! Продолжаем вечеринку самых лучших! Добро пожаловать, Эшли. Ого, беднячка, не думала, что ты тут работаешь. А мне не подходит эта работа. Тебе бы лучше подошло работать служанкой. Осторожнее, ты испортишь мою прическу. Эшли, ты что тут забыла? Я пришла за новым платьем, так как буду жить в дорогом кампусе. У меня в этом кампусе VIP-комната. А меня не позвали. Все потому, что ты бедная. Лиззи, возьми мой пропуск. Я тоже буду жить в кампусе. А как же ты, Мелисса? Меня и так впустят. Вы закончили? Я хочу купить это платье. У вас недостаточно средств. Что? Этого не может быть. Что случилось? У Эшли закончились деньги. Это получается... Ха, ты тоже бедная. Да? Не расстраивайся. Бедность – это не так уж и плохо. Убери от меня свои бедные руки. Я сейчас позвоню папочке, у меня будут деньги. Мелисса, если мы будем жить в одном кампусе, приходи на мою вечеринку. Хм, обязательно приду. Надо как следует подготовиться.
Надеюсь, все придут. Что за шум? О нет, мои приглашения на вечеринку. Никто не придет на мою вечеринку. Здесь самая крутая вечеринка. Если на нее хоть кто-то придет. Ура! У меня на вечеринке будет один гость. Ага. Только я тут все испортила. Я сейчас все исправлю. Так. Стоп. Погоди. У меня есть кое-что для тебя. Вау. Смотри. Вау. Так-то лучше. Тут так красиво. Давай фотку сделаем. Крутая фотка. Опубликовать. А вот и гости. У меня что, будет настоящая вечеринка? Тут крутая вечеринка. А? Лиззи, привет. Спасибо тебе за такую крутую вечеринку. Да ладно, это все для тебя. Класс, сегодня пишем тест. Опять! Ура! Тест! Передаем тесты. Как это решить? Как ты все это делаешь? Да это же элементарно. Я могу это с закрытыми глазами решить. Тут 900, тут 17, тут 36. Вау! Ничего себе! Ого! Вот это да! Умница, Лиззи! Я тоже хочу научиться так решать тесты. Давай я тебе помогу! Уже все? Ага! Я уже чувствую себя умнее. Это только начало. Мы будем изучать все эти предметы. Начнем с математики. Это первое задание. Нужно найти решение. Я обычно решаю их вот так. Но это же неправильно. Нужно все посчитать и решить. Ну вот, все логично. Посчитали, решили. А? Но так не... Так, стоп. А давай лучше займемся физикой. Математику я и так знаю. Тогда займемся физикой. Все знания в книгах. Ага, держи. Видимо, она еще не готова. Зато ты теперь знаешь, что такое сила притяжения. Лучше бы я о ней не знала. Давай перейдем к новому предмету. Хорошо, тогда химия. С помощью химии можно сделать все, что угодно. Все, что угодно. Нужно только смешать эти вещества. Теперь наливаем сюда. Ты уверена, что ты все правильно делаешь? Конечно. Лиззи, тут везде дым. Все под контролем. И последний ингредиент. Под контролем. Попробуем. Химия мой любимый предмет. Ой. Не думал, что бедных пускают в столовую. Не обращай внимания. Этот съем сейчас, этот на обед, а этот вечером. Привет, подруга. Привет. Я присяду? Конечно. Будешь? Давай. Поужинаю завтра. Это вся твоя еда? Ну, он же такой вкусный. Так не пойдет. У меня есть для тебя сюрприз. Я
заплатила за круассан. Ты что? Это же мой личный повар. Поняла. Что желаете? Хм. Самого вкусного и побольше. Понял. Выглядит так аппетитно. Да, мой повар круто готовит. Ну, приятного аппетита. Стоп! Ты думаешь, я съем это все сама? Нет. Я хочу тебя угостить. А, спасибо. Спасибо. Фу, какой ужас. Ой. Как вкусно. Ага. Как можно так есть? Ха! Что-то пропал аппетит. Пойдем отсюда. Я так вкусно никогда не ела. Я рада, что тебе понравилось. Спасибо большое. Мне пора? Ты ешь, не торопись, хорошо? Этой еды мне хватит на неделю. Смотри, слон и жираф. Смотри, точно никогда не повторяла? Конечно. Всем привет. Ужас. Не знала, что в школу впускают в такой одежде. Кошмар, посмотрите на меня. Я вся такая бедная, у меня одежда бедная и обувь тоже бедная. Беги, беги, возвращайся. Почему они все надо мной издеваются? Что случилось? Ничего. Может, откроешь дверь? Ты тоже хочешь посмеяться над моей одеждой? Я вообще-то твоя подруга. И твою проблему легко решить. Правда? Конечно. Пошли на шопинг. Мне так нравится. Как тебе? Нет, нет, нет. А раз уж ты моя подруга, ты должна быть одета в самое лучшее. А разве это не модно? Сейчас покажу, что такое модно. Ты уверена, что это модно? Не сомневайся. Вау, мне нравится. Тебе идет. Надеюсь, надо мной больше никто не будет смеяться. Конечно, не будет. Урок окончен. Что случилось? У меня больше нет денег. Не переживай, мы обязательно что-нибудь придумаем. Уже ничего не исправить. Кажется, придумала. Приступим. А, вот ты где. О, привет. А что ты тут вообще делаешь? Это самый надежный, пуленепробиваемый сейф. Прикольно. А тебе он зачем? Это для конкурса. Хочешь мне помочь? Вряд ли я тебе чем-то помогу. Я пойду. Удачи. Добрый день, леди и джентльмены! Сегодня мы узнаем, кто же стал победителем нашего конкурса. И победителем становится... Становится... Лиззи! Но как обычно! Лиззи, ты получаешь главный приз нашего конкурса. И это... $1 000 000! Невероятный успех! Ваш чек... И этот приз я хочу отдать своей лучшей подруге Мелиссе. Вот это настоящая дружба! Ты уверена? Конечно, без тебя бы у меня ничего не получилось. Теперь мне жарко.
Сейчас. А прекратите! Вы испортите мне прическу! Простите. После такого стресса хочется сладкого. Ах, да. Что? Где мои деньги? Нет денег, нет пирожных. Стойте, я сейчас вернусь. Вы видели, что с утра происходит на бирже? Мама, это катастрофа. Показатели падают, нужно действовать. Мама! Как только цены упадут, скупайте все акции. Да-да, все верно. Я вам перезвоню. Вот. Мелисса, что-то случилось. Я вообще-то работаю. Мам, не просто что-то. У меня закончились деньги. Ужас. Да, я уже целых 2 минуты не держала деньги в руках. Лучше бы ты это время потратила на учебу. Что? Я самый богатый ребенок в мире. Какая учеба? Просто дай мне денег. Нет, пока не исправишь оценки, денег не получишь. Да? Ну и ладно. Если ты не дашь мне деньги, тогда я сама их возьму. Нет, ты должна хорошо учиться. Зачем? Чтобы быть такой же богатой, как я. Это ты должна работать и давать мне деньги. Да как ты смеешь? Мам? Мам? Мам, проснись! Мне нужны деньги. Если мама не проснется, то я буду нищей. Надо срочно что-то делать. Ее любимые духи. Должно сработать. Надо придумать что-то еще. Ну, не хочешь по-хорошему? Значит, будет по-плохому. Тебе никогда не нравилась моя музыка. Не думала, что до этого дойдет. Мне просто нужны деньги. Ничего личного. Мам, ну просыпайся! Что это? Что вы делаете? Все под контролем, я просто бужу маму. Ваша мама в коме. Я нищая? Чуть не забыл. Это было у нее в руках. Я снова богата. Мам, спасибо. Ну, еще увидимся. Теперь я могу купить все, что захочу. Может, спорткар? Или полететь на Мальдивы. Хочется есть. Мисс Мелисса, здравствуйте. Вам как обычно? Хотела. Мам, можно мне бургер? Конечно, нет. Милая, чтобы быть такой красивой, как мама, ты должна правильно питаться. Ладно. Приятного аппетита. Фу, нет. Теперь я сама решаю, что мне есть.
Я хочу бургеры. А что-то не так? Это то, что мне нужно. Я к этому готовилась всю жизнь. Интересно, кто мой соперник? Эй, у тебя еще есть время передумать и пойти допить свой милкшейк. Ха. Барби, ты не ошиблась дверью. Это не конкурс красоты. Тебе здесь не место. Посмотрим. Посмотрим. Рич Мелисса против Джона. И сегодня мы узнаем, кто станет победителем чемпионата по поеданию бургера. И мы начинаем. Болельщики Джона сегодня очень активные, потому что знают, что он тоже может сожрать. Я этого так не оставлю. Давай, Джон, давай. Ага. Вот это борьба. Смотри, так нечестно. Минуточку. Что здесь происходит? Меня невозможно подкупить. Отлично, я с вами. А вот и наш победитель, Рич Мелисса. Это вам. Поздравляем. Ну не расстраивайся. Может, повезет в конкурсе красоты. Да? Что-то мне нехорошо. Ну что ж, кубок достается нашему несменному чемпиону Джону. Не зря. Мама говорила мне есть полезную еду. Даже не знаю, куда потратить деньги моей золотой карты. Наверное, куплю себе яхту. Или спорткар. Как думаешь, а? Ага. Я вообще-то не договорила. Она настоящая. Эй! Чего вы тут столпились? Вау, она настоящая? А ты что думала? Вау, а можно селфи? Ладно, давай. Дайте пройти. Мелисса, ты все испортила. Что? Да я самая крутая в этой школе. Вообще-то нет. Теперь Элис самая крутая. Да? Да. Мелисса, вообще-то ты больше не в тренде. Прячь тату, директор идет. Ага. Я больше не в тренде. Еще посмотрим. Ого. Чего надо? Мне нужна самая крутая татуировка. Малышка, а тебе мама разрешила тату? А, за это можете не волноваться. М? Тогда окей. А, выбирай. Угу. Индекс Доу Джонс меня не интересует. Я хочу татуировку. Нам необходимо... Секундочку. Вот этот рисунок? Да, вот этот. Я договорю, и мы нарисуем. Слушаю вас. Так вот, нам необходимо приобрести контрольный пакет акций. Нет, мам, я хочу настоящую татуировку. Что? Я перезвоню. Татуировку? Угу. Нет, Мелисса, никаких татуировок. Но, мам! Ну, почему? Это то, что нужно. А ты смелая. Больно? Понятно. Когда растешь до тату, приходи. Ну уж нет. Рисуй. Не буду. Все. Угу. И еще вот эту. Хорошо. Больше никогда не буду работать с подростками ни за какие деньги. Еще долго? Почти все.
Давай быстрее. Фу. Готово. Наконец-то. А, вот, это тоже вам. Пока. Хотя, богатый подросток, это не так уж и плохо. Мисс Мелисса, присаживайтесь. Ага. Мелисса, давай быстрее. Мам, ну куда мы спешим? Сегодня же выходной. Милая, у меня для тебя сюрприз. О, какой сюрприз? Сейчас узнаешь. Закрывай глаза. Ага. Пойдем. Осторожно, ступеньки. Готова? Ага. Открывай. Сюрприз. Вау! Мам, спасибо тебе. Я знала, что тебе понравится. Вау! Она такая классная! О! Уже не терпится на тебе прокатиться. Мелисса, а ты куда? А что? Неужели ты подумала, что поедешь за рулем? Это место для водителя. А ты поедешь сзади. Серьезно? Может, мы уже поедем? Мисс Мелисса, мы никуда не поедем, пока вы не пристегнетесь. Включите Билли Айлиш. Извините, но ваша мама запретила слушать такую музыку. Ненавижу сюрпризы. Ух. Давай ключи. Нет. Вау. Держите. Ты мне больше не нужен. Теперь на улицах города появится самый крутой водитель. Больше никто не запретит мне слушать то, что мне нравится. О, в этом месяце буду просить премию. Ха? Ты что, бежал за мной всю дорогу? Ладно, раз уж ты здесь, припаркуй. А, нет, пора увольняться. Как же круто! Новой Мелиссе нужен новый образ. Все не то. Оно какое-то слишком милое. Милая, у меня для тебя подарок. Ну, мам! Это тебе. Но это еще не все. Правда, красивая? Примерь. О, нет, мам, мне не нравится. Мелисса, пока я плачу за твои развлечения, ты будешь носить то, что я выбираю. Теперь я сама решаю, что мне надеть. А этому платью не хватает красок. А у меня есть план Б. Я все равно доведу это дело до конца. Да как это возможно? Нужна помощь профессионала. Выбирай последний тренд этого сезона. Это то, что мне нужно. А у тебя хороший вкус. Теперь идеально. Ха! Можете идти. В новом образе срочно нужны новые фотки. Мам, я хочу выглядеть как она. Конечно, дорогая. Спасибо. Вы знаете, что делать. Я вас поняла. Уже все? Готово. Мам!
Мама! Выглядишь шикарно. Но я хотела выглядеть как Билли Айлиш. Мама лучше знает, как тебе нужно выглядеть. Но так нечестно. Теперь все будет по-честному. Я хочу выглядеть как Билли Айлиш. Вы уверены? Вам же так идет ваш образ. Я сама знаю, как мне будет лучше. Ну, раз уж вы так хотите. Ну как? Вау! Теперь я снова в тренде. Вау, Мелисса так изменилась. Да, она теперь самая крутая. Вау, какая Мелисса клевая. Эй, ты не забыл, что я твоя девушка? Да-да-да, любимая, конечно. Конечно. Ой, извините. Мелисса, что это такое? Ха, вас что-то не устраивает? Ой, внешний вид недопустим. Возьмите и успокойтесь. Что? Вы отчислены. Ха! Это лучшее, что я сегодня слышала. Хм. Теперь у меня куча времени для личного блога. Гайз, всем привет. Угадайте, кто самая счастливая и богатая девчонка? Хм. Конечно же, я. Я самая богатая, я самая счастливая. Фу. О. А, так, о чем это я? С этого дня больше никакой школы. Да-да. Фух, чуть не уронила вас. Но теперь меня ждет только веселье. Потому что у меня есть золотая карта. Сначала я куплю самолет, а потом свой остров. Это я могу купить себе горячий бургер. Нет, 100 бургеров. Нет, 1 000 000 бургеров. Да. Вот и где? Иди сюда. Подписчики, а как вы думаете, какой самолет мне больше подойдет? Голубой или розовый? А вы кто? Я. Угу. А вы кто? Стойте! О, всем привет! Теперь я самая богатая и счастливая девчонка в мире. Ну хотя бы вызови мне такси до дома. Что мне теперь, пешком идти? Ладно. Ну и пойду. Вообще-то спорт сейчас в тренде. Все, что я сейчас хочу, это ванну с пеной и горячий какао. Стойте, стойте. Это частная территория. Серьезно? Я вообще-то в курсе. М? Это моя территория, отойди. Это дом Мелиссы и Кэндис. Ну так Мелисса, это я. Я и есть Мелисса. Я Мелисса! Сейчас проверим. Вы не Мелисса. Что? Это вообще-то мой дом. Здесь все мое, а ты теперь безработный. Пусти меня сейчас же. Нет, вы не пройдете. Вы об этом пожалеете. У меня больше ничего нет. Ни денег,
не дома. Милая, все будет в порядке, детка. Мама. Что вы делаете? Так ты ж сама ко мне подсела. Я решил поддержать тебя. Мне нужна поддержка от мамы, а не от тебя. А еще мамой называла. Мамочка, прости, мне без тебя так плохо. Пожалуйста, проснись. Я обещаю всегда тебя слушать. Только открой глаза. Мама, ты проснулась? А! Мелисса, что с тобой? Эти дни без тебя были очень тяжелыми. О, Господи! Что это? Это маркер. Он скоро сотрется. Я так сильно люблю тебя. Я тоже очень люблю тебя, милая. Но этот ужас нужно срочно исправить. Где-то тут была моя карта. Мелисса, а где моя золотая карта? Мелисса.